Паша, я предлагаю тебе сыграть в одну игру. Начинается. Где у тебя получится продемонстрировать свои экстрасенсорные способности? Андрюша, реквизит в студию, пожалуйста. Итак, Андрюша будет приносить предметы и ставить в коробку. Угу. А ты с помощью своих способностей должен будешь угадать, что находится в этой коробке. Потом на ощупь ты определяешь. Угу. Я буду давать три варианта ответов. У нас будет три раунда. Для чистоты эксперимента я попрошу тебя отвернуться. Андрей, пожалуйста. Угу. Отлично. Итак, даю тебе время, настройся. Это спагетти, желейные червячки или настоящие черви? Дохлые черви. Дохлые черви? Никаких желейных червячков, никаких спагетти. Гадость какая-нибудь. И, секундочку. Да. Ой, я сказал это все, я это сказал! Наконец-то! Мы на это и рассчитывали. Итак, поднимаем вверх, смотрим. Это черви. Итак, следующий раунд. Андрюша, выноси второй предмет. Мы можем продолжать. Что сейчас здесь? Рыба, мыло или желе? Ну, рыба, мыло или желе. Блин! Что там? Все-таки сосредоточимся. Рыба, мыло или желе. Наверное, рыба там. Рыба? Да. Пожалуйста. Да что ж такое? Это просто рыба. Почувствовал. Андрюша, пожалуйста. Итак, что здесь сейчас? Змея, шланг, кожаный ремень. Я не буду засовывать туда руку. Потому что если там змея, Наташа... Да. Я предупреждаю, если там змея, да, а что ты кожаным чувствуешь? Ремнем не обойдется. Что ты чувствуешь? Я чувствую, что ты, подстава какая-то. Что здесь? Змея, шланг. Змея здесь. Кожаный ремень. Змея? Змея. Ребята, если я сейчас погибну от укуса ядовитой змеи, пусть эта кладбищенская земля меня не примет. Итак. Ну что там? Так нечестно. Так, да, это змея. Это кожаная змея! Вот холодную! Хотела! Хотела таки, да? Хотела довести до белого коленя, а? Вот же ж! И сейчас супер раунд. Ты прошел в супер раунд, потому что ты угадал три раза подряд. Андрюша, пожалуйста, вынеси четвертый предмет. Я не буду отворачиваться. И сейчас ты угадаешь без подсказок. Итак, что здесь... Сейчас. Здесь 32 миллиона евро. Я очень хочу, чтобы мне на голову свалилось 32 миллиона евро. Ну после змеи... Итак, что здесь? Ну, 32 миллиона евро. 32 миллиона евро. 32 миллиона евро. Хорошо. Бенд, давайте. Я...
спасибо большое. Как вам там сиделось несколько часов? Жарко. Ой, я вижу, что у вас там заготовки были и желейные черви, и кожаный ремень, и плетка, и... Все здесь, все здесь. Подготовились. Павел Косицын, аплодисменты. Мы продолжаем. Спасибо.